Здравствуйте, дорогие зрители канала Куплю Интернет, читатели сайта Куплю Интернет. В сегодняшнем обзоре мы посмотрим на новый iPhone, который называется Plus 6 Plus на 128 гигабайт черненького цвета. Коробочка, так сказать, мягко говоря, не маленькая, да и телефон, я думаю, тоже достойного размера, 5,5 дюйма. Так, приступим. Куплен, кстати, был в интернет-магазине Связной. Первый день продаж. 26 сентября. Короче говоря, одним из первых у меня предзаказ на него форма. 19 сентября. Куплено было два телефона, один черненький, один беленький. Собственно, сейчас мы скрываем черного цвета и будем смотреть, что же там у нас есть внутри. Мы все же посмотрели видео, где австралиец также пытается его вскрыть и радостно обвиняет. Но мы там австралиец. Пардоньте. Вот он. Телефончик. Таких вот чудесных размеров. Ну, на самом деле, не такой уж он и большой. Собственно, сам телефон. Инструкция на русском языке. Зарядочка русская. Шнурок USB-шный и наушники временные. Что касаемо размера, спорный момент. На самом деле надо поюзать, чтобы понять, насколько он большой или маленький. Но экран у него, говорят, чудесный. Чуть позже я обязательно про это расскажу, покажу и сниму видео. В руке лежит удачно. Нет, отлично. 5,5 отлично. Отличный размер. Спасибо за внимание. Покупайте через интернет. Экономьте деньги, получайте от этого удовольствие. Всего хорошего.